Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в очень красивом месте на берегу реки Москва, в ее нижнем течении. Мы в гостях у наших заказчиков, построивших в 2017 году дом по проекту «Вилла». Фактическое строительство продолжалось с апреля по декабрь 2017 года. От дома до полноводной реки менее 100 метров, что создает неповторимую атмосферу прибрежной курортной территории. В то же время такое соседство оказало сильное влияние на проектирование и строительство дома. И теперь, по прошествии некоторого времени, интересно вспомнить о тех сложностях, с которыми мы столкнулись в начале строительства. Приведу несколько цитат из отчета о геологических изысканиях. После плодородного слоя на глубине до 3-3,5 метров располагается слой мягкопластичного суглинка с водонасыщенными прослойками песка. Грунтовые воды вскрыты во всех скважинах на глубинах 0,3-0,4 метра. Грунтовые воды являются напорными. Выводы. Грунт сильно пучинистый, со слабой несущей способностью. Территория находится в подтопленном состоянии, требуется постоянная дренажная система. У нас было немного вариантов по устройству фундамента. Первое – это дотянуться несущей частью фундамента до плотного основания, расположенного на глубине ниже 3,5 метров от поверхности грунта. И второе – сделать теплоизолированный плитный фундамент с водоотведением. В процессе обсуждения с заказчиком всех особенностей каждого из решений мы остановились на плитном фундаменте. Были выполнены работы по водоотведению, круговой дренаж с 4 колодцами, тепловая изоляция основания плиты и отмостки вокруг фундамента, была отлита ребристая армированная плита с толщиной ребер жесткости 600 мм. Плитные фундаменты с толщиной 200-300 мм не препятствуют деформации отдельных частей здания при неравномерном промерзании основания, которое возникает из-за ошибок в процессе эксплуатации. Тонкая плита не позволяет ощутимо снизить стоимость строительства, так как при таком решении уменьшается только объем бетона в ребрах плиты, а остальные объемы работ по водоотведению, тепловой изоляции, земляные, арматурные, опалубочные работы и материалы не уменьшаются, но при этом существенно увеличиваются риски необратимых проблем при длительной эксплуатации. На этом доме мы приняли к исполнению и реализовали надежное и качественное решение. А теперь на примере этого дома давайте посмотрим, какие плюсы, кроме уже названных, получают наши заказчики при реализации комплексного предложения по устройству плитного фундамента. Первое очевидное преимущество – это отсутствие большого числа ступеней при входе в дом. Это очень важно для наших родителей, для пожилых людей, для людей с ограниченными возможностями. Второе преимущество вытекает из первого. Мы можем реализовать комфортный и удобный выход на открытый воздух из дома во внутреннее пространство участка. Если бы в этом доме был традиционный фундамент, то выход из дома находился на высоте около 1 метра от уровня грунта. И нам бы пришлось строить террасу со своим фундаментом, со своими ступенями, с собственной крышей. С крышей, которая бы снизила освещенность основных помещений первого этажа в 3-4 раза. Нам удалось всего этого избежать. И мы находимся в хорошо освещенной кухне-гостиной и можем комфортно выйти из этого помещения непосредственно на участок. Третье преимущество. При устройстве теплоизолированной фундаментной плиты наша компания считает необходимым сразу выполнить теплые полы, которые значительно повышают комфортность проживания. Четвертое. Массивная теплоизолированная железобетонная плита является прекрасным естественным аккумулятором тепла, который помогает экономить на отоплении при различиях в суточной тарификации энергоносителей и обеспечивает возможность поддержания положительных температур в доме зимой при отключении всех систем на 2-3 суток. Пятое. Бетонное перекрытие по грунту имеет существенно большую несущую способность в сравнении со сборными перекрытиями различной конструкции. На таком перекрытии без дополнительного усиления можно, например, установить мини-бассейн, тяжелую печь или котел, русский бильярд. Шестое. Хочу напомнить про круговой дренаж и способность нести большой вес на слабых грунтах. Вот краткий обзор части задач, которые мы решали совместно с заказчиком при строительстве этого дома. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Мы строим дома для жизни.